При выборе кофе имеет значение каждый нюанс. Сорт кофе, его происхождение, состав смеси, степень обжарки. Знание этих особенностей позволит найти среди огромного разнообразия тот кофе, который подходит именно вам. Самые популярные сорта кофе в мире – это арабика и робуста. Именно этим двум сортам принадлежит львиная доля мирового кофейного рынка. Если говорить о разнице, то в робусте в два раза меньше ароматических масел, чем в арабике, но зато в несколько раз больше кофеина. Это обеспечивает робусту достаточно крепким вкусом с отчетливыми нотками горечи. Арабику сложнее выращивать, поэтому стоит дороже робусты. Кофе и стопроцентной арабики имеют яркие вкусовые и ароматические особенности. Во вкусе можно ощутить цветочные или медовые нотки. Во многих смесях отчетливо слышится карамель и ваниль. При этом в готовом напитке мягкий вкус часто сопровождает характерная кислинка. Часто кофеманы отдают предпочтение стопроцентной арабике, отдавая робусте место второсортного продукта. Но это на самом деле неправильно. В составлении настоящих итальянских смесей всегда используют сочетание робусты и арабики для получения насыщенного эспрессо с высокой пенкой. Так, например, если кофе состоит из 80% арабики и 20% робусты, это придаст напитку сливочный вкус и уберет кислинку. Смесь из робусты и арабики – самое оптимальное решение при покупке кофе. Они превосходно дополняют вкус друг друга, где крепость и горечь великолепно сочетается с мягкостью, нежностью и легкой кислинкой. При выборе кофе стоит обратить внимание на упаковку. Производители используют различные варианты, к примеру, бумажные мягкие упаковки, достаточно герметичные, жесткие, фольгированные и даже металлические банки. Конечно, бумажная упаковка не герметична, и в такой кофе долго не хранится, в нее легко проникают солнечные лучи, а вот, к примеру, алюминиевые банки – это уже премиум-вариант. В такой упаковке кофе находится под большей защитой, не подвергается физическому воздействию, да и выглядит это весьма респектабельно. Клапан на упаковке – это всегда дополнительный плюс при выборе. Такой вид упаковки защищает кофе при транспортировке, не позволяет воздуху и свету проникнуть внутрь упаковки, а излишние газы выходят через специальный клапан.